Всем доброе утро. Вопрос первый. Кто заработал на нефти благодаря Александру Михайловичу? Вчера и 2 недели подряд вот такими вот пиздотенными буквами всем сказал, спасибо большое, шортить нефть. Сегодня опять объясню почему. Кто заработал на нефти, поставьте плюсы. Потому что я вчера еще говорил в телеграм-канале, прямо сказал, какой уровень. И уровень был 29.56. Вот, молодец, Ромашка, молодец. Не, ну бороду я подбрил немножко, да. Благодарю, Анна. Это ты нас благодаришь с плюсами или кого-то другого благодаришь? Сейчас народ соберется, еще собирается. Кто в про-канале вчера был, я... Ну, биток немножко другой, там на битке не было движения, а вот по нефти можно было очень много денег заработать. Не знаю, я Билл Уильямс «Торговый хаос» не читал, я чужие книги не читаю. Я не люблю чужое мнение, я боюсь, что оно может на меня повлиять. А USO не надо брать вообще, не знаю, зачем вы берете ETF USO. Я USO говорил не брать. USO, кто не знает, что это такое, это нефтяной ETF. Я не знаю, где ты слил на ETF. Молодец. Сейчас я все расскажу. Brent минус не будет стоить. Да, турецкая лира тоже идет. На какой программе зарабатывать на нефти? Ой, турецкая лира. Вы можете мою книгу не читать. Ну... Какие проблемы? Я никого не заставляю вообще следовать моим рекомендациям, и тем более покупать книгу. CLS 400 у него. Нет, у меня не CLS 400. У меня 3 автомобиля. У меня Audi S8. У меня Porsche 911 Targa турбированный. И у меня Custom Made гимбала. И у меня CLS 450 AMG. Так, ну что, сейчас все, наверное, собрались. Да, нет, еще народ есть. Доставку делают, без проблем. Спасибо, Серега, очень приятно. Да, Газпром оставляйте в шорт. Просто кто смотрел... Как фамилия Евгения Станиславовича и название клиники? Напишите мне в директ, я лично дам его номер телефона. Да. Здесь просто задают вопрос, кто такой Евгений Станиславович. Спасибо, очень приятно. Я не знаю, честно, как коронавирус, я не выхожу вообще на улицу. Книга есть в интернете. Потому что привык торговать по барам с детства. И все. Опять с Бонни подкалывайте меня. Сейчас. Давайте еще народ собирается. Турецкая лира, да, турецкая лира. Да, я сейчас вам просто расскажу. Вы знаете, я вам просто расскажу. Историю рубашки. Да, сбросьте потом ссылку. Историю этой рубашки. Знаете, каждое утро, когда мы просыпаемся, практически все, у нас каждое утро проблемы свои. Там, где взять деньги заработать, как здоровье, как чтобы родители были. То есть у нас получается, что утром, ну, практически всегда мы просыпаемся с отрицательными эмоциями. Ну, кроме только тогда, когда мы едем на отдых. Все, что я стараюсь утром делать, я себя стараюсь окружать положительными эмоциями. Как можно себя окружать положительными эмоциями? Можно одеть что-то. То, что тебя вызывает положительные эмоции. Вот я вам сейчас просто покажу, что у меня есть. Одну секунду. Это мои тапочки. Видите, мне подарили, они с маленьким принцем. То есть все, что я делаю, я стараюсь себя окружать положительными эмоциями. Что связано с этой рубашкой?
Эту рубашку мне подарил мой близкий друг Кирюша, когда я еще жил в России. Он мне сделал подарок на день рождения. Не просто сделал подарок на день рождения, а она, видите, какие красивые рукава здесь. Видите? Пуговички какие красивые. Видите? Все красиво. Ко мне пришли на работу, я тогда работал в компании Finam, ко мне пришли в Finam два человека, один снял мерки, другой выбрал материал, и мне пошили на заказ эту рубашку. Ну, видите, сидишь, когда не очень, но так она очень хорошо сидит. Поэтому я себя стараюсь окружать какими-то положительными моментами все, что связано, там, рубашки, обувь, вот такое, видите, у меня... Студент мне подарил очень классную такую штучку, с которой я беру бумажечки. Видите, такие, называется «Шефу от шефа». Тоже, если Руслан меня слышит, ему огромный привет. Он военный офицер, и когда служил, у него много лет назад это было, у него позывные были «Шеф», и он написал «Шефу от шефа». Теперь давайте поговорим о нефти. Значит... Я всегда, когда даю какую-то рекомендацию, я всегда объясняю, почему тот или иной инструмент пойдет вверх или вниз. Кто смотрел мои выпуски, к сожалению, Инстаграм не всегда сохраняет выпуски, но очень долго, кто смотрел мои выпуски, тот видел, что я сказал, что по нефти будет шорт. Даже когда вышли новости, которые показали то, что когда нефть рванула с 26 и до 35, вот этот один день, когда сказали, что договорится ОПЕК, я сразу вышел, кто смотрел мое видео, и сказал: ребята, даже если ОПЕК договорится, нефть все равно будет падать. Что сейчас произошло? Сейчас в нефти включается нормальная логика, которая должна быть. И почему нефть должна дальше падать? Я объясню. Если что-то такое только не произойдет. Значит, первое, смотрите. Есть логические вещи, есть отсутствие логики. То, что сейчас происходит в нефти, это абсолютная логика. И то, что сейчас происходит в рубле, это тоже абсолютная логика. Да, кто не знает, нефть идет вниз, рубль идет вверх. И рубль, скорее всего, даже еще дальше пойдет выше, потому что он пошел выше уровня. Так вот, просто вам расскажу, что происходит сейчас с нефтью. Значит, спрос на нефть упал практически приблизительно на 50%. И, скорее всего, он очень долго не восстановится. То есть, самолеты не так быстро полетят. Машины не так быстро начнут ездить, корабли круизные не так, ну, одни из самых крупных потребителей нефти, да, они не так сильно все пойдут. То есть экономика будет восстанавливаться очень медленно, поэтому большого спроса на нефть не будет. Это проблема номер один. Проблема номер два, это то, что практически все нефтехранилища уже заполнены нефтью. Это проблема номер два. Проблема номер три, которую, к сожалению, не увидели экономисты, а увидел по-простому, честно, простой трейдер. Я никогда экономистом не был, я никогда не был аналитиком, но я увидел проблему, которую люди не понимают. Вот это основная проблема была. Самая основная проблема для нефтедобывающих компаний – это закрывать скважины. То, что они делать не будут. То есть им легче производить нефть, просто выкидывать ее, будем говорить так, выкидывать, ну, в прямом смысле слова. Потому что если они будут производить дальше нефть, не будут производить и закроют скважины буровые, они их так быстро не откроют. Это первая проблема. Вторая проблема, если ты закрываешь скважину, не так легко ее открыть опять. Особенно если это скважины морские. Все, что связано, там Мексиканский залив, да, там добывается очень большое количество нефти в Мексиканском заливе. То есть просто посреди океана стоит вышка, которая там дрилает на 300-400 метров в глубину, это очень дорогое удовольствие, очень. И просто так взять вот эту вот херню, будем говорить, эту огромную махину и переставить на другое место и сверлить в этом месте, это не совсем правильно. Поэтому нефть, по сути дела, она может и отскочить, но нефть не должна стоить $30, потому что такого колоссального спроса на нее сейчас нет. Трамп пытается максимально спасти нефть и сказал, что будут забивать полностью все нефтехранилища, 75 миллионов баррелей. Ну, что такое 75 миллионов баррелей? Ну вот реально, что это такое? Сейчас сократили на 20 миллионов баррелей в день. Ну 3 дня и нефтехранилище по-простому заполнено только на экономии. То есть это ведет все к тому, ведет просто к обыкновенной логике. Почему нефть должна стоить там $20, к примеру, или 15, или $17? Потому что сейчас каждая страна, особенно те, которые нефтезависимы, это как Саудовская Аравия. А в Саудовской Аравии ни хрена нету больше. У них ничего больше нету. Если есть страны, которые, например, там, занимаются там, машиностроением,
там та же Норвегия, там рыбопродукты и все остальное, то в Саудовской Аравии ничего нету. Это просто тупо пустыня, да, в которой Бог, слава Богу, их наградил огромным количеством нефтепродуктов. Все, все, что они делают, они будут спасать свое государство. Поэтому, дорогие друзья, нефть стоит столько, сколько она должна стоить. И две недели назад, кто меня послушал, потому что вы не понимаете, какое количество камней в меня полетело, когда непонятно, какие люди, которые вообще ничего не понимают, просто элементарные логические вещи. Не говорю, что надо быть там каким-то сильным экономистом, а просто какие-то обыкновенные логические вещи. Эти люди стали выходить в интернет, там, когда я делал там на YouTube трансляцию, на Инстаграме, и начали мне там в директ писать: да вы там ни хрена не понимаете, да нефть там пойдет 40. Почему? Задайте себе простой вопрос. Почему нефть должна пойти к 40? Элементарный вопрос. Если, например, падает спрос на еду, то цена еды падает. Да? Если в ресторане нет посетителей, что происходит с рестораном? Он закрывается. То есть то, что я пытаюсь вам рассказать, это обыкновенные простые вещи. Дальше. Очень много людей спросило, где были рекомендации по нефти. Вчера буквально была рекомендация по нефти. Я ее, кстати, выложил. Уровень был 29,568. Я сказал, что у кого есть возможность, продавайте нефть по 29. Сегодня нефть упала. Сейчас я вам скажу, сколько был лоу у нас. У нас лоу был 21,60. 7 очков. Это 23%. Если бы вы работали с третьим плечом, вы бы удвоили свой депозит за один день. Да? И вы знаете, я сегодня, кто видел, я каждый день делаю в своем про-канале. Я делаю вот такие вот картиночки, да, там золото описано, там, видите, золото еще вчера было описано, шорт 1674. Сегодня золото у нас, сейчас я посмотрю, золото, насколько я видел, пошло вниз немножко, да, мы сегодня по золоту пошли вниз. И сегодня я говорил по многим бумагам, по российским, и по Сберу говорил, привилегированным, и по Газпрому говорил, и по Лукойлу говорил. Естественно, когда инструмент открывается с гэпом, никто ничего сделать не может, я тоже ничего сделать не могу. Абсолютно. Но есть инструменты, которые открываются и хорошо идут. Поэтому меня спрашивали про канал. Заходите на gerchik.ru. Следующий вопрос. Где торговать вот эти все инструменты, о которых я говорю? В Gerchik & Co., в нашей компании, в моей компании, в которой я являюсь президентом, реализованы все вот эти инструменты. Порядка где-то 300 инструментов, включая большое количество Форекс, пар, золото, нефть и все остальное. Поэтому, дорогие друзья, когда вы делаете какой-то элементарный анализ, кто купил на Озоне книгу за рубль, молодец. Книга называется «Покупай, продавай, зарабатывай». Кстати, я вам сейчас просто покажу. Я давал рекомендацию по турецкой лире. Сейчас я вам ее покажу. Одну секунду. И сказал, что турецкую лиру нужно покупать. Да, вот смотрите внимательно. Я сказал, что турецкую лиру нужно покупать. Видите, посмотрите внимательно. Из-за того, что турецкая лира абсолютно не откатывалась. Очень хорошее движение по турецкой лире. Очень хорошее движение по турецкой лире. Я сказал ее покупать. Давайте я вам сейчас просто покажу еще золото. Заходите на gerchik.ru, там есть ссылки на канал. Итак, смотрите золото. Если золото сможет удержаться ниже 1674, будем идти. Рекомендации по американскому рынку были. Они сегодня есть в про-канале. Ну, могу вам дать. Сегодня проблема в американском рынке. Сейчас, одну секунду. Да, GBP вниз. Сегодня есть, конечно, одна проблема с рынком. Это то, что рынок открывается минус 2%. Поэтому, скорее всего, нужно торговать более дешевые бумаги. Запомните одну вещь, очень важную. Очень важную. Когда вы торгуете... Сейчас, одну секунду. Сейчас я громче сделаю. Когда вы торгуете какой-то инструмент, первое, что вы делаете... Это в первую очередь торгуете от риска. От риска. Молодец. Кто в профите, молодцы. Поэтому, когда вы торгуете какой-то инструмент, обязательно торгуйте от риска. То есть, просчитайте риск и от риска заходите. Следующее. Куда кто-то сливает номера? Нет. Еще раз объясняю. Номера никто не сливает. Люди сами заходят
на фейковые аккаунты, я уже об этом говорил. Очень много, к сожалению, мошенников. Люди заходят на фейковые аккаунты, даже не спрашивают меня, кто это. Я сказал, значит, у нас два контента. Это Герчик.ру и Герчик.ко. Все остальное, то, что вы заходите и смотрите, GIS, сейчас. Таня, GIS, смотря по чем ты покупала. GIS вчера надо было выходить. Вчера GIS дал 80 центов. Я скриншоту, когда вопросы есть. Когда есть какой-то вопрос интересный, я потом его разбираю. General Mills, я уже говорил, еще раз внимательно. Вчера нужно было выходить. Смотрите внимательно. Давайте я сейчас вам расскажу по поводу рекомендаций. Любая рекомендация, первая, когда дается, она дается внутри дня. Потому что потом я не знаю, что происходит с инструментом. Да? То есть я не знаю, что происходит с этим инструментом. То есть когда инструмент, что вчера сделал? General Mills была вчера, вот она, рекомендация была по $61. Инструмент вчера сходил 70 центов вверх. Как только инструмент начинает возвращаться обратно в канал, как он вчера вернулся, с инструмента нужно выходить. Поэтому я всегда говорю, перед тем, как торговать какие-то рекомендации в ПРО-канале, да, обязательно, в первую очередь, обязательно посмотрите, как их нужно торговать. То есть вы должны понимать, как вы торгуете. Вы не можете просто в ПРО-канале послушать рекомендацию и делать. Я об этом говорю. Но что хорошего в ПРО-канале? В ПРО-канале идет очень часто объяснение какого-то... TRNX тоже была, да. В ПРО-канале идет объяснение инструмента, когда по нему по-простому есть какая-то картинка. Coca-Cola сегодня вышла с новостями. Не забывайте, сегодня рынок минус 2%, нефть под давлением. Смотрите, что будет дальше. На сегодняшний день никто не сможет вытащить нефть. Просто какая-то новость не сможет. Дальше какие будут проблемы? В нефтяном секторе больше 100 тысяч человек. Ну, огромное количество, сотни тысяч человек работает в нефтяном секторе. То есть это, по сути дела, это самые высокооплачиваемые люди. Я не думаю, что когда государство им даст деньги на unemployment, то есть пособие по безработице, что они получат такие большие деньги. Поэтому падение нефти на самом деле, оно где-то хорошо для страны, потому что очень много грузовых перевозок идет от нефти. Но для страны в полном масштабе это не супер гуд. Во-первых, мы увидим большое количество банкротств сланцевиков. Во-вторых, нефтяные компании перестанут платить дивиденды. Но если говорить о нефти, я думаю, что нефть дальше может упасть. Отскок-то может и будет, да, но ничего хорошего по нефти пока нет. Все, всем хорошего дня. Это все, что я хотел вам сказать. Пересмотрите эфир. Эфир будет храниться 24 часа. Кто успел, тот сидит. Для того, чтобы знать, где входить и где выходить, друзья, надо учиться. Я даю по максимуму информацию, вы сами ее принимаете. Все, всем хорошего дня, всем удачи, ваше здоровье и не болейте.